Плавание – лучший вид спорта. Если сомневаетесь, спросите об этом 150 мальчишек и девчонок, что собрались в спортивном комплексе «Дельфин» на региональные соревнования по этому виду спорта. Соревнования приурочены к 170-летию со дня присвоения Чите статуса города. Ограничительные меры из-за пандемии новой коронавирусной инфекции наложили свой отпечаток. Минимум зрителей, спортсмены и тренеры ходят в масках, а торжественные части парад открытия отменены вовсе. Спорт и только спорт. Данные соревнования у нас проходят в возрастной группе 2011 года и старше. Каждая возрастная будет проходить в своем возрастном диапазоне. В данный момент на наших соревнованиях присутствует мастер спорта России, рекордсмен Забайкальского края Верхотуров Андрей. Соревнования пройдут по нескольким дисциплинам и будут длиться 3 дня. Но главное, у ребят будет возможность выполнить нормативы на спортивные разряды и повысить свой уровень. На кого из воспитанников своих вы вот именно делаете ставку? Ну, из своих воспитанников, у меня есть лично мой воспитанник, это Асина Трусов Тимофей. Выступает в возрастной группе 2004 года рождения. Также в этой возрастной у нас есть Захаров Петр, тоже воспитанник нашей школы, спортивной школы номер 3. Есть претенденты по 2007 году рождения, это Старицын Дмитрий, воспитанник 9 школы, город Чита. Из приезжих пока затрудняюсь сказать. Для придания статусности региональных соревнований, на которые съехались спортсмены из районов Забайкалья, краевой столицы, Бурятии, городов Благовещенска и Зеи, пригласили судью международной категории по плаванию, председателя коллегии судей Всероссийской федерации плавания Юрия Жердева. Но для юных спортсменов это в первую очередь праздник, возможность проявить себя и посоревноваться со сверстниками. Я хочу выиграть, хотя бы 3-е место занять сейчас. А почему именно плаванием? Ну, потому что я уже занималась многими занятиями, ходила и на танцы. Вот я решила выбрать теперь спорт плавание. У меня много друзей ходят на плавание, и я думаю, что мне понравится дальше, буду ходить, и буду ходить очень долго, у меня будет много наград и достижений. Соревнования – это не только возможность проявить себя, это серьезный толчок к развитию этого спорта в Забайкалье. Виктор Соловьев, Юрий Житлухин, Евгений Погорелый, ЗапТВ.